Расцвела снова глоксиния подарок. Вот какие у нее многолепестковые, махровые розы. Богатейшие окраски цветок вишневого, фиолетового, такого крапа. Вот какой махровый. Очень красивая форма цветка. Так, этот кустик у меня получился вытянутый. Так, вот вообще она хорошая, у нее розетки, хорошие цветоносы у глоксинии подарок, всегда крепкий. Ну вот просто это растение, вот именно этот кусточек вот так вырос у меня. Там вдалеке стоял и без присмотра немножко света ему не хватало, и вот он подвытянулся. Но даже в таком виде все равно она вон какая прекрасная, шикарная. Ну как может не понравиться такая роза? Просто обалдеть. Один из моих любимых сортов подарок. Вот какая она шикарная.